Пришли сюда мы малышами, держа в руках цветов букет. А папы, мамы волновались, давали мудрый нам совет. Но время быстро пробежало, и повзрослели мы чуть-чуть. А так хотелось детским взглядом на школу нам еще взглянуть. Твоей любовью.
ребята, уважаемые родители, вот и пришел день вашего прощания с начальной школы. 4 года назад вы пришли в 1 класс. Здесь мы с вами поднимались трудными ступеньками по лестнице знаний. Вы учились читать, учились считать, учились дружить, учились жить по строгим школьным правилам. Сегодня нам и грустно, и радостно. Грустно, потому что осенью вы пойдете учиться в среднюю школу. У вас будут новые учителя. Радостно, потому что вы все повзрослели, стали умнее, многому научились. Сегодня ваш выпускной праздник. Слово предоставляется Онищенко Татьяне Григорьевне. Дорогие ребята, уважаемые коллеги и уважаемые родители, мы сегодня собрались на торжественное мероприятие, посвященное выпуску наших детей из начальной школы в основную. Начальная школа – это здорово, потому что положено достойное начало. И я думаю, что дальше в основной школе вы покажете себя с самой лучшей стороны и проявите все те качества, которые заложены нашими коллегами, вашими родителями, и все у вас будет хорошо. Сегодня очень хотела присутствовать на этом мероприятии директор нашей школы Юрова Алла Геннадьевна, но она находится на совещании департамента образования, и поэтому она передала поздравления. Дорогие друзья, у нас сегодня праздник. Праздник не бывает без эмоций, и каждого из нас сейчас переполняют какие-то эмоции. И они переполняют, конечно, меня тоже. И я сейчас попыталась выделить, какие же главные слова, какие главные эмоции переполняют сейчас меня. И я поняла, что это главное слово – гордость. Я горжусь нашими замечательными учениками, великолепными педагогами и прекрасными родителями. Все вместе мы одна большая семья, у которой сегодня особенный праздник. Наши ученики успешно заканчивают 4 класс и начальную школу. У них очень хорошие результаты. Эти результаты говорят об ответственном отношении к учебе, о большом трудолюбии. Вы, ребятки, большие молодцы. Я благодарю вас за ваши успехи, за то, что вы учитесь в нашей замечательной школе, которая называется школа номер 1577. Я всех вас очень люблю и от всего сердца желаю, чтобы у вас все было хорошо. Жду вас 1 сентября в 5 классе. Хороших вам каникул, всего вам самого-самого доброго. До встречи! Внимание, внимание! Наш праздник начинается. Добра и счастья пожелания пускай сегодня не кончаются. С грустью со школой прощаюсь, частицу ее волшебства в сердце хранить обещаю. Класс сегодня улыбками ярый, сколько мам, сколько пап и сестер. Даже брат мой, хоть и заяц, нам на праздник сегодня пришел. День сегодня совсем особенный, собрались мы сюда, друзья, чтобы поститься с начальной школы, это сделайте вы и я. Пройдет совсем немного, 3 летних месяца, и вы снова вернетесь в школу. У вас появятся новые друзья, будут другие учителя. Я хочу пожелать вам, чтобы вы радовали своих родителей, любили школу, любили учиться и боролись с трудностями. И, конечно, чтобы не забывали нашу школу. Конечно, в нашей школьной жизни не всегда было все гладко. Возникали и проблемы, но в памяти останется все самое хорошее, то лучшее, что есть в каждом из вас. Поэтому этот праздник мы посвящаем вам, дети, родители, гости, учителя. Все начинается со школьного звонка. Далекий путь отчаливают парты. Там вдалеке покруче будут старты. И посерьезней. А пока... Диктанты и задачи, удачи и неудачи, наречия глаголы и древние века. То слово не спрягается, то Волга потеряется. Все это начинается со школьного звонка. Музыка.
интересно это узнать. Конечно, важно знать науки, мы изучаем их без скуки. Но без отдыха, друзья, тяжкая жизнь, скажу вам я. Перемена, перемена, 4-й Б залез на стену, мокрые волосы, стрепанный вид, капелька пота по шее бежит. Перемена, перемена, Вова первый непременно вылетает за порог и себе разбивает что. Неужели это Вова, предремавший сирок? Неужели это Вова 5 минут назад ни слова у доски сказать не мог? Если он, то, несомненно, с ним большая перемена, не угонишься за Вовой, он, гляди, какой бедовый. Он за 5 минут успел переделать кучу дел. Он подставил 3 подножки, Ваське, Кольке и Сережке. Покатился кувырком, на перила сел верхом. Лихо шлепнулся с перил, подзатыльник получил, сбоку дал кому-то сдачи, попросил списать задачи, словом сделал все, что смог. Ну а тут опять звонок, Вова в класс плетется снова, бедный, нет лица на нем, ничего вздыхает Вова, на уроке отдохнем. Всякое случалось за эти 4 года. Были и ссоры, и перемены. Что-то приходилось расхлёбывать с учителем. Но чаще сами ребята учили друг друга уму-разуму. Сообразительные, любознательные, в общем, привлекательные. Все это умные, красивые, лукавые, счастливые. Наши классы самые хорошие. Да! Самые дружные. Да! Послушайте некоторые данные. За эти 4 года, что ребята учились в начальной школе, они съели 4 тонны булочек, подросли на 2100 сантиметров. Подостели 35 килограмм и теперь весит 3,5 тонны. Если сложить все учебники, которые ребята прошли за 4 года, то получится расстояние от Земли до Луны и обратно к Земле. А еще ребята набрались ума, научились дружить, веселиться. А когда они поют, то добрая энергия от песен может заменить по мощности несколько атомных электростанций. Сейчас снимать тележурнал «Ералаш». Болтаешь на уроках? Нет. Списываешь? Да что вы. Дерешься? Никогда. Да если у тебя хоть какие-то недостатки? Ну, много. Привет, Дима. Ну как ты закончил учебный год? По-моему, неплохо. Нет ни одной четверки. Да? Значит, все 5-ки? Да нет, 5-ка только одна, по физкультуре. Ну, а ты как закончил учебный год? По-моему, нормально. Правда, нет ни одной 5-ки. Что же, все 4-ки? 4-ки тоже отличные оценки. Да нет, 4-ка у меня одна, по физкультуре. Я задала вам на дом составить рассказ «Меню на один день». Гриша, зачитай нам свое меню. Я ем на завтрак булочку с сыром. Дальше. Дальше. Все понятно. Наш Гриша сел на диету.
Тима, когда ты уже исправишь свои оценки? Я каждый день стараюсь исправить свои оценки, но учительница ни на минуту не оставляет свой журнал без присмотра. Кто знает, что изучает ботаника? Я знаю! Ботаника изучает растительный мир животных. Игорь, назови нам фрукты, которые растут в Средней Азии. Сливы. И все? Еще изюм и курага. Как помочь человеку, с которым случился солнечный удар? Нужно отнести его по дереву или в тень. А если поблизости нет ни дерева, ни тени? Тогда пусть он потихонечку ползет к врачу. Oh,
день каждого школьника делится на три периода – начальный, средний и старший. Сегодня в жизни наших детей завершается первый, самый главный период. Они шли к этому долгих 4 года. Сегодня у нас презентация знаний, успехов, заслуг и достижений наших учеников. Все эти 4 года с вами вместе учились и переживали ваши мамы и папы. Возможно, это было незаметно для вас тогда, но взгляните на них сейчас. Они тоже прощаются со школой и с вашим детством. Совсем недавно, в первый раз, вели нас с мамой в первый класс. За руку мамы мы держались, чуть-чуть, немножечко боялись. Мамы, милые, добрые мамы, вам хотим мы спасибо сказать за заботу, за то, что вы с нами, все готовы контрольные сдать. Мы из класса в класс переходили, набирали знания и росли. Все, чему нас в школе научили, все здесь вы нам помогли. Люблю тебя, мама, за что я не знаю, наверное, за то, что душой мечтаю, и радуюсь солнцу и светлому дню, за это тебя я, родная, люблю, за небо, за вечер, за воздух вокруг, люблю тебя, мама, ты лучший мой друг. А вот и папа в нашем слово, быть может, вам оно не ново, ни в них заглядывайте чаще, и в школу приходите к нам, хоть иногда смените маму, хоть в месяц раз нужны вы нам. Большое спасибо за терпение, за поддержку и внимание, которое вы нам оказали. Ведь недаром говорится, что самые первые учителя – это мама и папа, бабушки и дедушки. Без вашего участия мы бы не смогли вырастить таких замечательных детей, наших выпускников начальной школы. Слово предоставляется родителям. Первый учитель, как мама вторая, учит читать и писать, они все знают. Наших детей окружает заботой, утром спешит со всех ног на работу. Мы благодарны вам всем от души, ведь очень непросто руки вести. За доброту и за вашу работу, за то, что ребятам в школу охота. За игры, праздники, за викторины, за то, что дети дружны и едины. Ваш труд прекрасен и неоценим. Дружно спасибо мы вам говорим. В дальнейшем мы успехов вам желаем, чтобы работа ваша в радость вам была. Вы лучшие, мы это знаем. Тепла и душевной радости. Спасибо вам за то, что научили наших ребят читать, считать, писать, за то, что с ними рядом всегда были, когда им нужно было что-то подсказать. Благодарим за все ваши старания, что помогли ребятам лучше стать, за то, что вы в вопросах воспитания участие старались принимать. Трогательного момента, я думаю, что у вас еще хватит сил, любви и терпения. Родители к клятве готовы? Да! Детям в учении поможем всегда! Да! Чтобы детьми была школа горда! Да! Нас не пугает задача горда! Нет! Формула вспомнит для нас ерунда! Да! Клянемся детей не лупить никогда! Да! Только слегка пожурить иногда! Да. Будем спокойны, как в речке вода. Да. Мудрыми будем, как в небе звезда. Да. Будем вставать по утрам в холода. Да. Чтобы успеть и туда, и сюда. Да. Когда же завершится учение, пора. Вместе с детьми погуляем тогда? Да. Внимание! Наступает торжественный момент. Ребята, сейчас вы должны дать клятву пятиклассника. Вступая в ряды средней ступени школ, перед лицом своих товарищей, перед лицом своих родителей, перед лицом своих учителей, торжественно клянусь у доски стоять как лучший вратарь, не пропускать ни одного вопроса, даже самого трудного и каверзного. Клянусь! Не доводить учителей до температуры кипения 100 градусов. Клянусь! Быть быстрым и стремительным, но не превышать.
скорости 60 км в час при передвижении по школьным коридорам. Клянусь! Клянусь! Вытягивать из учителей не жилы, выжимать не пот, а точные и прочные знания и навыки. Клянусь! Клянусь! Плавать в море знаний только на хорошо и отлично, ныряя до самой глубины. Клянусь! Клянусь! Быть достойным своих учителей. Клянусь! Клянусь! Мы в классе нашем подружились, ходить без мамы научились. Но видим мы сейчас веселый, дружный, но не всегда послушный. Четвертый, повзрослевший класс. Сегодня закончен последний урок. Последний звенит в коридоре звонок. Мы сумки в подмышку, мчимся в припрыжку и дружно шагаем за школьный порог. А там за порогом листвой шелестя, качаются пёны, шумят тополя. А значит, все это, что началось лето, и нас ожидают леса и поля. И где бы я ни был, куда ни пошел, каких бы я новых друзей не нашел, на речке и в поле, я помню о школе, я помню, что в пятый класс перешел. Не смейте забывать учителей, они о нас тревожатся и помнят, и в тишине задумавшихся комнат ждут наших возвращений и вестей. Нам не хватает этих встреч несчастных, и сколько бы ни миновало лет, слагается учительское счастье из наших ученических побед. А мы порой так равнодушны к ним, под Новый год не шлем им поздравлений, или в суете, или попросту из лени. Не пишем, не заходим, не звоним. Они нас ждут, они следят за нами и радуются всякий раз за тех, кто снова где-то выдержит экзамен на мужество, на честность, на успех. Не смейте забывать учителей. Пусть будет жизнь достойна их усилий. Учителями славится Россия. Ученики приносят славу ей. Не смейте забывать учителей. Слово предоставляется нашим первым учителям. Как часто мы торопим время, но мне так хочется сейчас остановить его, чтоб все мы не расставались в этот час. Но вам расти, ребята, надо, к заветным целям вверх идти. А я, конечно, буду рядом, всегда нам с вами по пути. Четыре года с вами вместе, и было многое у нас. Театр, походы, танцы, песни, и вы мой самый лучший класс. Предметы с вами изучали, я часто ставила вам 5. Вы мне секреты доверяли, а я учила вас мечтать. И мне сейчас за вас не стыдно, вы стали лучшими из всех. Не только мне сегодня видно, что ждет наш класс большой успех. Частичку сердца оставляю я в жизни каждого из вас. Быть всем успешными желаю. Удачи, выпускной мой класс. Thank you.
хорошо и просто. По школе вместе нам шагать. Как приучался ты к труду и пел на празднике веселом. Будь счастлив, дорогой мой друг. Этап твой следующий — средняя школа. Вот и подошел к концу наш праздник. Хочу пожелать перед дальней дорогой. Не так уж и мало, не так уж и много. Чтоб солнце светило, чтоб радостно было по лесенке знаний с друзьями шагать. Чтоб горе и несчастье вас всех обхватило, чтобы весело было расти и мечтать. Спасибо.